Ивановская ученическая дума 4-го созыва приступила к активной работе. Выборы состоялись 2 месяца назад. Этого времени было достаточно, чтобы разработать новые проекты. О своих идеях молодежь рассказала главе города. Так ребята планируют начать обучение пожилых людей компьютерной грамотности на базе школ. А к весне в центре города появится несколько свободных точек доступа к интернету. Мы уже начали работу, разрабатываем этот проект. В этом месяце мы будем связываться с операторами мобильных связей с просьбой профинансировать этот проект, установить точки доступа Wi-Fi где-то на площади Победы и на площади Революции. Этот проект нацелен на то, чтобы молодежь города всегда могла оставаться онлайн. Глава города назвал ученическую думу генератором идей. Хорошие начинания предшественников ребята планируют продолжить. Так молодежь снова будет помогать приюту для бездомных животных «Майский день». Займутся школьники сбором средств в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен», который традиционно проводится в Иванове в весенние месяцы. За 5 лет существования ученической думы молодежь доказала, что может заниматься полезными делами. Мы недооценивали как-то, что надо, не важно, надо, не надо. Наши коллеги мои из Думы вообще посмеялись над этой идеей. Да. А сегодня, когда мы видим, что проекты конкретно уже работают в городе, да, они дают конкретные результаты, мы сегодня уже по-серьезному, что называется, я и глава администрации относимся к этим идеям. За время встречи молодые люди презентовали 12 социальных проектов. Самый ближайший на очереди приурочен к наступающему Новому году. Детей с ограниченными возможностями здоровья члены ученической думы поздравят на дому. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.